Всем привет! Находимся в Ростове. Гуляем здесь уже четвертый час, пятый. Не поднимались на стену, сразу скажу, не поднимались на стену, по которой бегали стрельцы, или вдоль которой бегали стрельцы в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». По двум причинам. Первое, был сильный ливень, когда мы там гуляли. Второе, мы уже устали, второй раз не пойдем. Ничего страшного, если эта стена останется без нашего внимания. Следующий момент хотел обозначить еще. Наше питание. Наше питание у нас связано с посещением столовых и общепита, который мы находим в каждом городе. Поверьте мне, даже двум взрослым, двум детям реально спокойно покушать на там 700, 800, 900 рублей, даже меньше 1000. При этом будет, как в том фильме, первое, второе и компот. В большинстве случаев предоставляется еще и салат. Это не эконом-вариант. Я вам просто видео покажу. Мы сидели недавно буквально в одной столовой и кушали комплексный обед стоимостью там 180 или 190 рублей. Ну, в общем, меньше 180, да? И кушали комплексный обед стоимостью 180 рублей. Вот обратите внимание на интерьер. В этом интерьере вы абсолютно не почувствуете себя в столовой. Нет. При этом, естественно, есть места, где вы ощутите себя в конце 70-х, начале 80-х годов, или скорее в фильме «Афоня». Это на фоне вот этого Кремля замечательного. Тем не менее, везде вкусно и по-домашнему. Мы ни разу не посещали Макдональдс и KFC с целью покушать. Только с другой целью. В этих ресторанах бесплатные что? Правильно. В этих ресторанах бесплатные санузлы. Поэтому Макдональдс и KFC у нас, если они попадаются по дороге, обязательно к посещению. Вот так.